Место встречи изменить нельзя. Самарская набережная – излюбленное место всех выпускников. Десятки поколений приезжают праздновать последний звонок и насладиться пейзажами Волги. Я хорошо помню свой выпускной. После окончания последнего звонка мы всем классом приехали сюда на набережную, ходили на площадь Славы гулять, конечно, и мне кажется, это вот были наши самарские белые ночи. И сейчас более 600 выпускников традиционно собрались у ладьи, чтобы отпраздновать окончание важного этапа в их жизни. Я сегодня проснулась с таким чувством: «Господи, я закончила школу, дальше не будем мы собираться вот каждый день вот так». А в школе друг с другом не видеться так часто, как-то даже непривычно об этом думать. Мне жаль, ну, как бы, расходиться со своими ребятами, терять их, но в то же время я поступлю, допустим, в другой вуз, у меня будет больше друзей, какие-то новые связи, новые знакомства. Для выпускников устроили большой праздник. С творческими номерами выступили музыкальные и танцевальные коллективы. Впереди у ребят беззаботные выходные, но с понедельника снова за парту начнутся экзамены. Мария Сидорова, Павел Пресняков, «События».